Загрязнение окружающей среды представляет большую проблему в современном мире, решить которую возможно лишь общими усилиями. 22 апреля в рамках экомарафона «Любимый чистый город» прошла акция по очистке территории, начинающейся от парка Сибво до стадиона Высокогорье. Сегодня, мы думаем, придет не менее 350 человек. Огромное количество уже сейчас, как вы видите, уже собирается. Закуплено большое количество мешков, перчаток, всего полностью инвентаря. А данная акция проводится совместно с объединением «Чистый любимый город», совместно с комитетом по спортивному ориентированию. Надеемся, что сегодня придет большое количество людей. Очень рады, что на сегодняшний день мы уже на данный момент увидим много желающих, неравнодушных людей, которые любят свой город. Организатором этой акции является Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края. И мы уже на протяжении нескольких лет проводим соревнования на различных полигонах лесных наших и постоянно видим этот бесконечный мусор, свалки и так далее. Регулярно проводим расчистку стартовых наших полян, привлекаем детей, школьников. А в этом году у нас появилась возможность проложить экологические тропы. И вот для того, чтобы их проложить, организовать, мы проводим на этом участке предполагаемом, где это будет развитие этих троп, собрать весь мусор. Неравнодушные читинцы решили поддержать инициативу группы «Любимый чистый город», волонтеров, участников движения спортивного ориентирования, очистив немалую территорию леса. Чаще всего пластиковые бутылки, жестяные банки, смятые, бумага, тряпки какие-то, салфетки. Вон, вижу уже отсюда. Попадаются банки, бутылки. Весь мусор, который там будет перерабатываться 100 лет, скажем, пластика, стекло, большая часть. Сегодня день рождения Ленина, 22 апреля. Он организовал эти субботники, вот от этого и пошла вот это мероприятие. Ну, день субботника раньше назывался. Когда все выходили, убирались. Все, мы сегодня тоже убирались. Акция была посвящена Дню чистоты нашего родного города. Мероприятие закончилось чаепитием, участников угостили сытной кашей и вкусной выпечкой. Это была самая масштабная уборка за всю историю Читы, благодаря которой было собрано более 400 мешков мусора при участии около 150 человек. Татьяна Салихова, Татьяна Шафеева, Николай Шунков. ЗапТВ.